Александра. Номер 29 Рудакова Марина. Номер 34 Липина Елена. Номер 40 Колтунова Екатерина. Номер 46 Усачева Анастасия. Номер 65 Бегунова Анастасия. Номер 86 Сарглазова Татьяна. Представляет Иркутскую область, город Братск. Тренируется с 2012 года. Абсолютно чемпион Иркутской области. Номинация «Бузи Фитнес». Гацков Александра, номер 13. Спасибо. Следующая участница Марина Рудакова, номер 29. Рудакова Марина. Город Кемерово. По профессии персональный тренер. Год начала соревнований 2008. Лучшие достижения бронзовый призер Сибирского федерального округа 2016 года. Аплодисменты Марине Рудаковой. И следующая участница под номером 34 Липина Елена. Бронзовый призер чемпионата Красноярского края нынешнего года. Лучшее ее достижение. Аплодисменты участницы. Следующая участница Колтунова Екатерина, номер 40. Екатерина Колтунова представляет город Красноярск и Колизей. Увлекается горными лыжами. Лучшее достижение чемпионата Красноярского края Екатерина Колтунова. Номер 40. Следующая участница под номером 46 Анастасия Усачева. Приехала к нам из Омска. Город Омск, клуб Flex G. Усачева Анастасия. Лучшее достижение серебряный призер Сибирского федерального округа. Коллекционирует маски Кайков. Анастасия Усачева, номер 46. Спасибо, Анастасия. Следующая участница под номером 65, Бегунова Анастасия. Бегунова Анастасия представляет город Красноярск, клуб Колизей. Год начала занятий 2016. Увлекается американским футболом. Лучшее достижение бронзовый призер чемпионата Красноярского края нынешнего года Анастасия Бегунова. Следующая участница, которая замыкает номинацию, участница под номером 86, Сероглазова Татьяна. Татьяна Сероглазова представляет город Красноярск в Колизее. Тренируется с 2014 года. Спасибо. Аплодисменты всем нашим прекрасным участницам. Напоминаю, что перед запись сделаем два сравнения. Прошу участниц под номерами 13, 29, 34 и номер 40 выйти на центр сцены. Спасибо, девушки. Можете занять.
три места на сцене. И следующая участница, номер 46, 65 и номер 86. Прошу вас. Спасибо, можете занять свои места. На центр сцены просьба выйти номера 29, 40, 46 и 65. Это лидеры категории, по мнению судей. Итак, первое сравнение. Как сказали, лидеров, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к залу. Спасибо. Девушки могут занять свои места. И вперед попрошу лица номера 13, 34 и номера 86. Аплодисменты нашим участницам. Девушки могут занять свои места. С результатом 11 баллов, набрав ровное количество баллов с участницей, которая заняла второе место, на третьем месте сегодня Колтунова Екатерина, номер 40. Колтунова Екатерина получает право бороться в финале на втором месте. Опередив только лишь по наибольшему количеству высших мест участницу, которая стала третьим, на втором месте Марина Рудакова, номер 29. Напоминаю, что только призеров имеет участие в борьбе за звание абсолютной победительницы во втором части наших соревнований. А победила сегодня с результатом 9 баллов Анастасия Усачева, номер 46. Аплодисменты всем прекрасным участницам, которые соревновались в этой категории. Категория бодифитнес до 160 сантиметров. Фотография на память. Фотография на память. Остаться на сцене, сделать еще одно фото. Напоминаю, что у нас работает Игорь Копчик. Фотографии появятся на портале eslabs.ru. Вообще много где появятся, прежде всего на своих аватарках. Участницы заменят фото. Еще раз аплодисменты нашим победителям. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk